нравится, как ты здесь все оформил. Старший надзиратель Шарп. Боулс. Йоу, Фрэнк! Как жена, как детишки? Скучаешь по мне? Заткнись, клоун. Здесь многие хотят с тобой потолковать. Нет, нет, я не против пройтись. Эй, ребята, полегче. Помнете костюм. Уберите этого грязного дегенерата. Надзиратель, здесь что-то не так. Я пойду с ним. Ну и вечерок, Джим. Джокер в ратуше. Берет в заложники мэра. И мне приходится разрываться между спецназом, прессой и тобой. Да уж, вечерок еще тот. Надеюсь, больше с ним вечера не проводить. Да, как же. Стоп. Простите, вход только для персонала. Уверяю тебя. Уж если кто и может. Конечно, спасибо, но он взбудоражит агрессивных заключенных. Кажется, это он про тебя, Бэтс. Не забывай нас. Здесь тебе всегда рады. А это приятно возвращаться. Ты как? Он сдался почти без боя. Мне это не нравится. По крайней мере, он снова там, где ему и место. Встать! Быстро! Джокер бежал! Сообщите начальству! Быстрее! Мы его теряем, док! Не повезло тебе! Та-дам! Дорогуша, я уже дома! Заходи! Добро пожаловать в дурдом, Бэтмен! Я устроил ловушку, и как красиво ты в нее угодил! Меня слышно? Эта штука работает? Хай, Би-мен! На связи Харли Квинн! Как тебе мой новый костюмчик? Класс, правда? О, хотела тебе кое-что показать! Секундочку! Я подменяю старикашку. Старина Шарпи так счастлив. Если ты еще не понял, сегодня бенефис Джокера, а ты его почетный гость. Квин, у тебя еще есть шанс сдаться. Заманчиво, Бэтмен, но я пас. Теперь заключенные хозяева Аркхема. Но технически они прислужники Джокера, доставленные сюда из Блэкгейт. Ну ты понял. Пока! Джокер, тебе не уйти. Я возьму тебя. Надеюсь, так и будет. Но не сейчас. Какой здоровяк. Правда? Ну ладно, запомним, материала для эксперимента нужно больше. Ну раз уж у меня такой приступ щедрости, этого отдам бесплатно, Бэтс. Сбрось меня! Давай! Закончи и поставь точку раз и навсегда! Ты ведь этого хочешь! Ты так предсказуем, Бэтс! Хотел бы с тобой поболтать, но мне еще нужно все организовать. Гости летят со всего Аркхема. Сам Thank you.
Вытащите меня отсюда! Кто-нибудь! Ты не спешил. Он неуправляем. Хочет что-то доказать. Не уверен, что смогу его остановить. Ты сможешь. Бэтмен, послушай. Мы не одни. У него здесь есть что-то еще. Но я не знаю, что именно. Что ты за болтун? Испортил такой сюрприз! Помолчи. Фу, что такое? Я тебя раздражаю? Правда? Отлично! Следующий номер тебе точно понравится. Нужен логин доктора Янг. Неважно. Ко мне за спину. Быстро! Бич. Я думал, он сбежал из Бладгейт. Освободи меня. Кто это сделал с тобой? Доктор Янг. Бруха. Она высосала из меня весь веном. Нужно остановить. Прости, Бич. Доктор больше не создаст проблем. Как тебе моя марионетка? Что скажешь? Отпустим его? Гордон, беги! Все хорошо, Джим. Где Квин? Исчезла. Наверное, освободилась, пока Бич трепал тебя. Нужно увести тебя с острова. Я не новичок. Сам справлюсь. Я сломаю тебя, Бэтмен. А потом Бруху. Нет, Бич. На этот раз сломаешься ты. Джим, возвращайся на материк. Здесь слишком опасно. Я не оставлю тебя. По радио сообщили, что он заминировал весь город. Готэм охватит паника. Ты нужен там. Мы готовы, сэр. Бич назвал доктора Янг Бруха. Что это значит? Это ведьма. По-испански.
Он нашел нашу лабораторию. Ну, раз ты такой молодец, давай покажу, что у меня тут приготовлено. Еще один шаг, и это окажется в воде. Пещеру наполнят твои ужаснейшие кошмары, и ты никогда не доберешься до своих драгоценных корешков. Не делай этого, Крейн. Я не дам тебе все разрушить. Я сказал тебе идти в камеру. Я ошиблась. Я думала, что растениям больно. Я поняла. Это эволюция. Они стали сильнее.
теперь мы с ними срастемся. Почему же ты не остановил Бэтмена? Я? Это же был твой план, клоун тупой! Ах так, иди назад к чревовещателю! Тебе обязательно нужно все испортить, да? Избить Бича, скормить пугало Кроку, поколотить Харли, что, кстати, мое хобби. И испортить мои чудесные ядовитые растения. Все кончено, Джокер. Кончено? Мой дорогой темный рыцарь, ты бредишь. Это только начало! Отлично сработано, Бэтс, ты выиграл приз. Твой старый друг, комиссар, как его там? Ой, какой-то он уставший. Давай-ка его подбодрим! Нет! Бэтмен! Прочь! Вот так! Теперь повеселимся, детишки! Борешься с изменениями? Так нечестно! Давай, сдавайся! Хочешь сыграть в бейсбол, Бэтс? А? Твоя подача! Ты портишь мне вечер! Месяцы планирования псу под хвост. Я просто хотел, чтобы ты хоть раз снял эту мрачную маску и увидел мир таким, каким его вижу я, когда истекаю кровью и хихикаю. Но ты и этого мне не дал. Теперь мне просто незачем жить. Лечебница Аркхем по-прежнему заблокирована. Персонал в руках бунтовщиков. Буквально 10 минут назад мы получили следующую запись. Приветствую тебя, Готэм, говорит Джокер. Аркхем теперь мой. Скоро улицы Готэма захлестнет невиданное безумие. Но сперва обрати свой взор в небо и узри смерть твоего. Мы кружим вокруг башни уже. Подождите, вон там! Джокер делает ход! Шоу начинается, Бэтмен! Дадим деревенщинам повод для пересудов! Ха! Два урода дерутся не на жизнь, а на смерть! И только сегодня поприветствуем нашего приглашенного рефери! Ну давай, сделай что-нибудь! Выйди из себя! Только так ты сможешь побить меня! Ты ведь этого хочешь?
Никогда. Растратил противоядие на себя? Помирить со смеху. С ума сойти! Но ты испортил мне все веселье! За это Архим захлебнется твоей кровью. Я все выдержу. Что бы ты ни придумал, Бэтс, тебе конец. На этот раз я точно выиграю. Готов для нового раунда? Всегда готов. Что? Тебе никогда не победить. Никогда! Our unit, the Second National Bank, was just robbed by Harvey Dent, a.k.a. Truthman.